Кос. Круто ли все, на самом деле? Я думаю, не, хуй знает, но я не учился в универе. Да и там такое не преподавали. Я просто говорю, привычный мне в мире. Ведь не факт, что она лишь на морали. Попробовали, поспирали. Вряд ли смогу тебе ответить. Но что-то я дознаю. Через лет 15 я скажу все по-другому. Может быть, вообще скажу другое. Но даже как мама была, я говорю, тебе не стоит искать дешево, не стоит брать чужое. Все у мира, брат, все у мира, брат. Я не лучший человек, да, поверь правильно. Честь на чужих ошибках, если не дурак. Да если и дурак, можно исправиться. Девочки будут любить тебя. Не часто им бывает нелюбовь нас. Иногда бывает нелегко любить. Иногда и любят далеко не нас. Правда хорошо, ты нас с ней. Ты убедишься сам еще много раз. Помни, как тогда меня начинается с ней. Время возвращаться на улицу. Девочки будут любить тебя. Не часто им бывает нелюбовь нас. Иногда бывает нелегко любить. Иногда и любит далеко не нас. Правда хорошо, ты нас с ней. Ты убедишься сам еще много раз. Помни, как тогда меня начинается с ней. Время возвращаться на улицу. Девочки будут любить тебя. Пацаны будут ходить твои мозги. Ничего кроме ног и сыр носки. Обувь, когда на улице. Правда хорошо, ты нас с ней. Ты убедишься сам еще много раз. Помни, как тогда меня начинается с ней. Время возвращаться. Пацаном 04 мне писал, что уеду жить в Штаты. Буду охуевшим рэпером, продам петь свои песни. При себе огромную хату вулы. Обвать дувулы, обвать дувулы. Да сейчас нахуй мне этот лей не рубайся. Я не знаю, куда я хотел бы больше, чем домой. Да я хочу ли это мой, я не знаю. Я не знаю, нужно ли мне что-то кроме этого. С другой стороны, мне как-то фиолетово. И даже когда кто-то мне советовал забить на любопытство, я не слушал, я проверил, из чего я сделан. Из чего я сделан. Все вокруг проверилось, но мы делаем. Сел вперед, так мне не запутил. Почему? Наверное, что-то да я понял уже. Не в деньгах дел, кто бы спорил. Но мы понтовые и без дела. Даже без злых и все девки от нас без ума. Хоть иногда важнее найти не купюры, а слова. И жди от судьбы подсказок, когда тебе надо вспомнить совесть. Yeah.